нечего говорить. Проиграли. Я не знаю даже, как описать это. Не забиваем, шайба не хочет идти в ворота, все по ленточке ходит. Может, не так настырно. Идем на ворота, как просят тренера. Я не знаю больше, что сказать. Почему так начали неудачно матч? Уже 0-2 горели к самой пятой минуте. Я не могу это объяснить, потому что и в раздевалке, и на разминке на земле все ребята были заряжены и выходили на игру. Играть только на победу. Может, где-то позиционно неправильно сыграли, допустили ошибки, соперник использовал. В психологическом плане, вот как вам, молодым, сейчас играется вот под таким давлением? Ну, мне, если честно, мне стыдно перед партнерами, потому что меня сегодня много раз выводили на ударную позицию. Перед болельщиками тоже стрёмно, потому что это мой родной клуб, и я мог сегодня переворачивать игру, забил голы, момент реализовал, который мне создали партнеры. Над чем нужно работать в перерыве? В чем нужно будет прибавлять? Над всем будем работать, чтобы сделать все возможное и невозможное в оставшихся двух играх.